В рамках экрана монитора и домашней самоизоляции. Несмотря на ограничения, праздник в 4-й школе удался. Педагоги, родители, учащиеся объединились. Традиции последнего звонка кадетской школы соблюдены. Вынос флага, гимна Российской Федерации. Праздничная линейка, правда, без присутствия выпускников, а в виде фотографий школьных лет на мониторе. И прощальный школьный вальс в ролике из архивных видеокадров. Выпуск 2020 поистине уникальный и юбилейный, отметила директор кадетской школы. В этом году образовательному учреждению исполнилось 50 лет. Школа гордится своими выпускниками. В этом году нефтеюганские кадеты стали лучшими в конкурсе на региональном этапе Уральского федерального округа. Ученица 4-й школы победила на всероссийском конкурсе молодых ученых «Шаг в будущее» и получила приглашение на экспо-выставку в Люксембург. Ежегодно, начиная с 2010-го, нефтеюганские кадеты становятся лауреатами гранта главы города, а портреты выпускников украшают молодежную доску почета. Дорогие мои, это победа. Но в то же самое время для нас более значимо, когда каждый из вас понимает основу и суть кадетского братства. Это умение держать удар. Это умение отвечать за свои дела. Это умение побеждать. 30 выпускников 4-й школы с экрана монитора сегодня поздравляли первые учителя, родители, первоклассники и, конечно же, власти города. Школьная пора, новые знания и приобретенный опыт – все это тот багаж, с которым вы войдете во взрослую жизнь. Уверен, что в самом ближайшем будущем вы приумножите свой творческий и интеллектуальный потенциал. Полученные знания помогут вам смелым, свободным, решительным, самостоятельным и ответственным преобразить нашу страну. Совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями. Каких бы вершин, уважаемые выпускники, вы не достигли, всегда помните о том, что эти знания и опыт вы получили в своей родной школе в городе Нефтеюганске. В этот же день прошел и региональный последний звонок онлайн. Губернатор Югры пожелала будущим студентам открытых горизонтов. Опирайтесь на традиции своей семьи, талант. Ваш талант и энергия очень нужны Югурскому краю, нашей стране. Пишите новые страницы многовековой истории Югры, Российской Федерации. Еще одна традиция выпускников кадетской школы – передача знамени. Впервые она была проведена 35 лет назад. Попасть в знаменную группу было всегда большой честью. Сегодня был утвержден новый состав. Правда, в непривычном формате. По окончанию праздника был зачитан приказ о допуске к государственным экзаменам, а после подан последний звонок. Мария Сираева, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».